Продолжаем вторую часть посылок распаковки. Давайте начнем вот с этого наборчика. Уже догадываюсь, что здесь. Это зажим. Зажим для клемм. Выглядит. Здесь специально вкручиваются переходнички. Да, вот они показаны. То есть на каждый тип клемм есть свои переходники. В какой-то из этих посылок у меня заказаны отдельно такие вот переходничок на другую. Для другого типа клемм, поскольку просто от руки не все клеммы всегда можно зажать. Так, ну, на первый взгляд работает хорошо. Давайте немножко пока оставлю здесь. Сразу же давайте, наверное, откроем эту посылку, поскольку я к этому набору заказывал клеммы. Отдельно здесь должен быть целый набор. Ну да, это весь набор запакован довольно-таки неплохо. Китайцы молодцы. Выглядит, то есть каждый вид разделен на несколько частей, чтобы было удобно искать, когда вам они пригодятся. Как вы видите, здесь указан тип клемм, то есть желтенькие, красные. Устанавливается здесь, если вам будет видно, есть углубление. Насколько я могу понять, сюда будет вставляться часть. И также она будет затягиваться. Так, сейчас вытащим, чтобы уже не портить. Если кто-то думает, что ненужная вещь, то спешу вас огорчить, не огорчить, а обрадовать, что все такие типы клемм есть еще без таких зажимов. То есть здесь круглый зажим есть с такими вот ушками. Сейчас я это все покажу. Такие клеммы находятся в стиральных машинах, в швейных машинках. То есть где есть какие-то электрические провода, в большинстве из них они подходят даже на 220 вольт. И с помощью них идет соединение. Даже в некоторых сетевых адаптерах есть такие переходники. Давайте сейчас, у меня есть кусочек провода. Его сейчас очищу и покажу, как это все будет выглядеть. Также хочу вам продемонстрировать, у меня вот весь чудо приспособление. Сейчас посмотрю ссылочку, если найду, сразу скину вам. В Китае тоже это все есть для зачищения проводов. То есть много хочу обратиться к, наверное, мужскому населению нашей страны, кто не зачищал вот так вот с помощью скальпеля, с помощью канцелярского ножа провода, сколько было порезано пальцев. Соскакивает, сам не рассчитываешь силы свои и прорезаешь пальцы. Вот эта вещь вас очень сильно спасет, поскольку здесь есть разные типы сечений.
путь от большого до самого маленького. И выставив приблизительно длину, можно ее даже вот двойной провод из заплетки ставить. То есть очень удобно. Вот здесь немножечко прирежу. То есть рекомендую, поскольку сам сталкивался очень много раз для зачистки. Есть способ, конечно, обжечь это все зажигалкой. Есть. Давайте даже разделим. Есть способ это все. Давайте я покажу вот такие кусачки. То есть можно, конечно, если приноровиться, немножечко надкусить, потянуть. Но если не рассчитать усилий, половина проводков может вылететь, откусить, перекуситься, может быть даже перекуситься в этом месте. Так что для этого я рекомендовал бы. Есть разные виды, но в данный момент я остановился вот на таком. Что мы делаем? Давайте, провода у меня не очень толстые. Возьмем небольшую плему, красненькую. Ставим провод сюда. Получится вдвойне. Интересно или нет? Нет, да. Все, может, получится. Давайте попробуем. Вот сюда в отверстие. Проводочек встал, вот были здесь. Теперь берем наш зажим, кладем, чуть-чуть прижимаем, и вот такая вот конструкция у нас получается. То есть не надо бить молотком, искать какой-то пресс плоскогубцами. Можно даже вот такими затягивать, но можете пережечь, пережать, а здесь уже аккуратно будет заплюсован как вот этот краешек, так и вот этот. То есть проводки это мама. Здесь возьмем. Вот здесь у нас папа. То есть они аккуратненько вот друг в дружку входят. Тут, наверное, маленький даже какой-то попался. Ну, чуть-чуть побольше. Вот. Да, вот он плотненько входит сюда. То есть вот такие соединения можно делать самим. Также у меня в гараже лежат от нашего бывшего автопрома. На всякий случай вот такие клеммы. То есть вот обычная стандартная мама уже в корпусе. То есть провода можно зачистить и скрутить. То есть если кто знает, вдруг у кого-то что-то полетело, вы знаете, что провод у нас не ахти, то вот такой вот зажим. Сейчас я покажу вам, как работает такой зажим. Так, ну, я думаю, на этом этот вид понятен. Набор порядка 300 штук. Здесь есть от больших до самых маленьких. Также есть вилочные вот такие. То есть приоткрутили гаечку, закрутили, поставили. То есть не снимать целиком. Так, давайте я открою следом эту посылочку. Если я правильно понял, да, это набор для что-то я не вижу стопора. Ну ладно, сейчас разберемся. Так, эти проводочки